Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 8 января на канале «Россия-1» стартует премьера сериала «Скажи правду». Ксения и Сергей Давыдовы счастливы в браке уже 15 лет. Они имеют дом, любят друг друга и воспитывают сына. Карьера у обоих персонажей идет в гору. Стабильная и счастливая семейная жизнь. Но однажды доверие в их паре начинает рушиться. Ксения все чаще стала замечать странное поведение мужа. И хотя никогда он не давал повода для ревности, но женщина чувствует что-то неладное. Постепенно она понимает, что вся картина счастливой жизни – это всего лишь иллюзия. Муж уже давно живет двойной жизнью, не подозревая, что обману когда-то приходит конец. Ксения из-за постоянных подозрений превращается в параноика. Она все чаще срывается на коллег, на родных и близких ей людей. Круговорот мыслей в голове, чтобы узнать правду, доводит ее до отчаяния. И чтобы подтвердить свое подозрение, главная героиня начинает свое расследование. Но только знает ли она, сколько тайн было в их семейной жизни? И какие еще секреты скроются, прежде чем она поймет, как ей жить дальше? Премьера сериала стартует с 8 января на «Россия-1». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!